комрады. Вот обвилы на палочке китайские с Алиэкспресса для ремонта бампера. Вот такие они 50 сантиметров. Не знаю, что тут написано, в общем. Пластик welding rod. Пластик welding rod. Так. Ну, в общем, смотрите. Что я делаю? Я вот эту палочку поджигаю. И методом накапывания я соединяю детали. Бампер с нашивкой. Значит, абразия очень хорошая. Никак вот с полиэтиленового пакета, который капает и может потом спокойно отодрать. И такая маленькая блямбочка получается. Здесь нет. Здесь она как вода заливается. Ее невозможно отсоединить. Вот если шов будет видно. Вот сделан шов этой палочкой. По всему периметру. Ну, шов, конечно, не видно. У меня телефон очень... Здесь я пытался другим инструментом сделать, наляпал, но фактически мне тут не видно, не знаю, главное сделать. А вот здесь уже пошел шов нормально, это я накапывал, вот. Накапывал, вот, и накапывал, то есть держится, ну, мертво, ребят. Держится, значит, советую всем вот такие вот палочки покупать для ремонта, можно также, я показывал уже, дырочки заделать, где тут пытался заделать, вот здесь дырочку заделал, то есть просто накапал туда и все, то есть на бампере какой-то скол, трещина, все это можно, вот здесь вот заделал трещинку маленькую, то есть она взялась как, ну, как, короче, стала как пластмасс, и абразия очень большая, она нигде не это, нельзя ее захватить, даже не сдерется. Причем вот здесь вот бампер не мыл даже, просто, ну, протер, вот, грязный, видите, грязный. Вот. То есть в грязи даже на грязные вещи, но грязный пластик идеальный. На весь бампер я потратил 4 таких палочки, то есть, вот. Вот этот шов полностью. И верхний шов полностью. Я потратил 4 палочки. 4 палочки. Здесь 12 штук. Продавец положил 13. Добрый продавец. Значит, еще у меня осталось на 3 бампера вот так вот, если прикрепить. Ну или на кучу ремонтов на всяких. В общем, вот такие вот дела. Все, всем удачи, всем пока. Здесь подписываемся, здесь что будет дальше.